Да, все уже в эфире. Привет всем. Начинаем наш как стрёмный заполнень. Он действительно стрёмный. Сегодня мы выходим позднее, чем обычно. Но я надеюсь, записи все посмотрят. Если кто-то присоединится к нам сейчас, можете там на перекрестке улиц Ленина и Карпова, где-то с перевернутыми машинами. Пока не знаю, там все ли там нормально с людьми. Вот. Но это как бы новость будет уже в газетах, и поэтому мы ее сейчас обсуждать не будем. А поговорим мы вот о чем. Значит, ну, прошел 7 числа, прошел юбилей президента России Владимира Владимировича Путина. 65 лет исполнилось лидеру государства, и разные люди поздравили его по-разному. Ну, значит, мы знаем уже, что Алексей Навальный поздравил его митингами, там, демонстрациями всякими, в ответ на которые в день рождения руководителя государства власти многих городов просто сделали то, что на самом деле, я считаю, правильно делать и в другие дни, просто не стали применять никаких мер физического воздействия на митингующих, а ограничили предупреждениями. Это правильно, потому что вне зависимости от того, что эти люди говорят и делают, это граждане нашей страны, и они не делают ничего уголовного, чтобы их разгонять дубинками. И вот этот очень хороший пример для следующего. И в этом смысле я очень рад, что так произошло в этот день. Теперь мы имеем точку отсчета. Вот так и нужно, в общем-то, работать аккуратно, сдержанно, без излишней какой-то физической силы, ну и так далее. И это Навальный. Поздравили Владимир Ильич лидеры различных государств. Там много государств прислали поздравительные телеграммы. Но вот что интересно. Треть субъектов появилась в сети информация о том, что публично, ну то есть в СМИ, там, на телевидении или в газетах, Путина с 65-летием поздравили только треть руководителей субъектов федерации. И вот это, я не знаю, как сейчас, вот на данный момент, но буквально полчаса назад я эту карту смотрел, и Калужская область оказалась в числе тех, кто не поздравил публично. Понятно, что, наверное, телеграммы какие-то отправлены, но вот публичного поздравления со стороны губернатора Калужской области не было. Ну, как бы исправляя эту досадную оплошность, я поздравляю Владимира Владимировича Путина от Калужской области с 65-летием. Я надеюсь, что это публичное поздравление. Вот, и таким образом компенсирует, так сказать, отсутствие публичного поздравления со стороны губернатора. Но есть и еще поздравители. Это городская управа. У нас прошлый стрим по поводу визита Бажаткина на встречу с городским головой был. И я уже там говорил, что слова Путина один из чиновников трактовал как слова Мао Цзэдуна. Так вот, об этом уже мною написан такой небольшой материал на Регнум. Если кто-то еще не читал, почитайте. Там не столько о самом визите Бажаткина, о котором мы уже поговорили, сколько о том, что делается сейчас в городе Калуге в части, касающейся калужского рынка или парка на месте рынка, что уже теперь реально делается. Есть еще одна есть информация от Людмилы Дорофеевой, тоже посмотрите, найдите, кто не в друзьях с ней, наберите ее, посмотрите на ее страничке. Она посетила, она как эколог, как ландшафтник, она посетила строящийся парк и в фотографиях и в тексте дала свою оценку того, что там сейчас происходит. Это очень важный такой момент. Это тоже к дню рождения лидера, что происходит в Калуге с этим замечательным парком. Что по этому поводу я хочу сказать? Вот в то время, когда отмечался юбилей президента, по-разному поздравляли, в это время губернатор Калужской области ходил во Франции, куда он переехал из Японии. Ну так теперь здорово жить продвинутым губернатором. Он находился во Франции, в Монпелье. Ну, российские СМИ очень сдержанно прокомментировали эту поездку, хотя в очень комплиментарном виде, но сдержанно. Больше было публикаций на YouTube самих французских медийщиков, там несколько сразу роликов есть на тему визита калужской делегации во главе с губернатором в город Монпелье. Но, видимо, это турне не дало, собственно говоря, лично поздравить Владимира Владимировича
Путина нашему губернатору. И, наверное, это простительно, да, действительно, он там занят какими-то важными делами, он налаживает мосты, обменивается опытом. Так вот, в связи с этим, можете набрать в YouTube, там выскочит сразу несколько. Очень интересно, кстати, там на русском языке говорит, там очень интересные тезисы. И я не буду сейчас к этим тезисам апеллировать, потому что там много по тексту, много по времени. Вот. Но вы посмотрите, это очень интересно. Это позиция нашего губернатора, который он высказывает западным СМИ. Там очень интересные пассажи есть, и вы реально вы удивитесь тому, что говорит наш губернатор. Я хочу сейчас сказать в этой связи о другом. Вот я очень люблю нашу страну, я люблю наш город. И когда мне говорят, да вы что, такие, значит, такие-сякие, там, в Калужане они такие-сякие. Ну, очень много таких разговоров, даже в Фейсбуке очень многие сетуют на то, что мы не такие. Слушайте, друзья, я вот прожил 6 лет во Франции, да. Да, русские плохие для тех, кто не знает французов. Вот реально я вам говорю. Поэтому надо любить свою родину, любить свой народ, какой бы он ни был. Я вас уверяю, наш народ лучше французского. Вот реально лучше. Вот я жил там 6 лет, и я могу сказать это совершенно ответственно. Да? Я не приехал туристом туда. Я ходил в магазины, я ходил в кинотеатры, я ходил по улицам, бывал там в кафе, в ресторанах и так далее. Я могу сказать, мы лучше. Почему мы живем хуже? Это очень важный момент. Почему мы лучше, а живем хуже? Потому что мы терпим эту власть. Вот мы терпим вот это вранье во власти. Вот поэтому мы живем хуже. Французы не терпят. Я был свидетелем, наверное, десятка забастовок. Там, водители автобусов, водители трамваев, муниципальных служащих. Забастовок реальных, когда люди недовольны какими-то действиями правительства, или там зарплатной политикой, или еще и пенсионными какими-то делами. Заранее уведомляет профсоюз, уведомляет все, стоит все намертво. Ну, то есть, вот я везу ребенка в школу, да, я везу ребенка в школу, у меня все распланировано. Я его довез до остановки, дальше он едет сам. А дальше я поехал по своим делам. Это если один ребенок. И тут вдруг выясняется, что автобусы не ходят. И ребенка теперь надо везти до школы, забирать его из школы. А это значит, надо отпрашиваться с работы. Это значит, а если два ребенка у тебя в семье? Значит, оба родителя должны выключиться. Оба родителя должны где-то у себя на другой работе, которая не бастует, где не бастуют работники, должны отпроситься для того, чтобы... А дальше ребенка надо вести на кружки. Дальше... А все, ничего не работает, ни трамваи, ни автобусы, все стоит. И это очень серьезно бьет, конечно, по правительству. Правительство вынуждено. У нас нет в природе вот этих моментальных забастовок по любому поводу. Мы не привыкли к этому, мы не умеем этого делать, мы терпим. Так вот, возвращаясь теперь к Монпелье, да, смотрю сюжет канала «Россия» о визите, вот, о установке памятника Юрию Гагарину в городе Монпелье. Ну, напомню, что город Монпелье – это город-побратим города Обнинска. А теперь город Монпелье стал столицей метрополии, ну, что-то типа нашего субъекта федерации. Ну, то есть больше, чем сам город, да, и вот поэтому туда прибыл и губернатор. Так вот, журналист нам рассказывает о том, что вот приехала делегация из Калуги обмениваться опытом, нам, видимо, есть чем меняться, нам есть со своей стороны что-то предложить в Монпелье. И дальше идет текст, посмотрите его, да, что Монпелье в последние годы развивается очень бурными темпами, и идет видеоряд, на котором показано, ну, здание 4-го тысячелетия. Город Монпелье, эти мосты прекрасные с подсветкой светодиодной, где, собственно, и поставлен этот монумент Гагарину, там на пересечении магистрали, на красивейшем мосту, которые нам и во снах не снятся пока еще. Так вот, дальше этот корреспондент говорит, этот город развивается очень бурными темпами, в последнее время построено очень много комплексов, зданий, все это в таком современном, суперсовременном. И, кстати, говорит, многое взято городом из России. И вот я слушаю это и думаю, вот это корреспондент, который это рассказывает, да, те редакторы, которые готовили этот текст, они что хотят? Они любят свою родину? Да нет, они ее ненавидят. Они хотят жить в Монпелье, понимаете? Потому что вот эта добавка, что многое взято из России, это чтобы показать начальству, что мы-то, собственно, за Россию. Нам нравится Монпелье, но чтобы нас не упрекнули в непатриотизме, что мы нахваливаем Монпелье, мы прибавим сюда, что там многое... Что там взято из России, друзья мои? Вот честно, вот реально, нам бы что-нибудь взять из Монпелье. Вот нам бы взять что-то и сделать так, как Монпелье. А этого нет.
А это вранье. И это вранье идет очень серьезно на всех каналах. Это врут люди, которые не любят свою страну. У нас, слушайте, я вам могу сказать, дело ведь на самом деле не в технических достижениях, хотя это очень важно. Наша страна имеет уникальное местоположение. Мы являемся мостом между Азией и Европой. Наш народ многонациональный, многоэтничный, многополиконфессиональный. Наш народ – это уникальный народ. Это народ, который соединяет культуры, соединяет цивилизации. Да, мы, может быть, живем технически не так хорошо, как остальные, но у нас другая миссия. Мы люди, которые… Мы народ, который демонстрирует, что люди разных конфессий, разных наций могут жить на одной территории мирно, в одной системе координат, мысля правильными категориями. Мы, может быть, не имеем таких технических гаджетов, там, таких Apple там, и прочее, не у нас. Но у них нет и такого, что у нас. Понимаете, вот в чем наша уникальность. И вот эти люди, которые все время нам врут про то, что, вот, про то, что у нас все прекрасно, да? Они говорят не о том прекрасном, они говорят не о том, что действительно отличает нас от других народов. И отличает в лучшую сторону. Вот мне кажется, вот пока мы терпим это вранье, наш очень мощный, сильный, творческий, талантливый народ, пока мы терпим это вранье, мы будем жить материально хуже. Не факт, что это задача жить материально лучше, но это факт в том, что мы будем жить материально хуже, чем вот эти вот европейские, во всяком случае, европейские народы. И теперь, возвращаясь из Монпелье, возвращаясь к нам, обмен опытом. Я вот только сейчас, вот сейчас дождь идет, я только сейчас проехался по центру города. Поэтому немножко опоздал на наш стрим, и мы его не начали вовремя. Я проехал улицу Чебышева, Театральная, вот там на стрелке аптека, Достоевского, Карпова, Дарвина. Вот эти вот на этом пятачке я поехал. Слушайте, это центр города, друзья мои. Рядом я проехал мимо рынка Помарата, который сейчас... Это ужас какой-то. Ну, слушайте, вот когда мне рассказывают, что мы, наверное, 4 ноября его откроем, а там еще конь не валялся, только маленький пятачок вот в районе улицы Дзержинского закидали газоном. Еще раз адресую вас всех к посту Людмилы Дорофеевой. Посмотрите, там очень подробно все описано. Что и как там сейчас делается, и что с этим будет на следующий год. Так вот, эти развороты, горы песка, горы этих плитки и так далее. Конечно, их уложат к 4 ноября. Слушайте, но в таком режиме не делаются серьезные объекты. Там должна быть как минимум заложена поливная система, потому что это большие пространства, которые будут зеленеть, да, ну как планировалось. И они должны поливаться постоянно для того, чтобы они росли, укреплялись, чтобы по газону поэтому можно было ходить, чтобы на нем можно было посидеть, расстелив там покрывало. Так вот, все вот это, весь этот центр, это разбитые дороги, это проваливающиеся люки, кто там ездит, меня поймет, а кто не ездит, проедьте. Это центр города, это не окраина, это не задрипанные какие-то рабочие районы, да, на которые не хватает денег. Это исторический центр города, в котором не сделано элементарное благоустройство, но при этом делается какой-то помпезный сквер, на который тратится десятки миллионов рублей, и о котором никто, еще раз говорю, никто о нем не просил. Может быть, нам с Монпелье поменяться вот этим опытом? Как делать так, чтобы было везде хорошо, чтобы было везде красиво, чтобы это было востребовано людьми, мало того, делалось по каким-то запросам людей, реальным запросам людей, а не фиктивным, подтасованным опросам через там систему ТОСов, активы советов и так далее. Вот мне кажется, что пора нам с вами всем, да, переставать терпеть вранье. Вранье наносит колоссальный урон нашей стране, нашему самосознанию, нашему самоопределению. Когда мы начинаем сравнивать вот то, что нам врут, и мы понимаем, что нам врут, да, что мы хорошо живем, подменяя понятие хорошей жизни материальными благами какими-то, да, мы хорошо, а мы видим, что мы не хорошо материально живем, мы не так живем, как в Европе.
у нас начинается когнитивный диссонанс. Нам говорят одно, мы воспринимаем другое. И мы начинаем думать, что мы плохие. Ну, потому что вот мы менее... Вот, сгорел этот торговый центр в Москве, Синдика. Сейчас видели, да, там огромный торговый центр, куча машин, людей, которые припарковали их, тоже сгорели. И вот журналист рассказывает, это люди, которые живут, слушайте, в другом мире. Это люди, которые не понимают, где мы живем, где основная часть людей живет. И они говорят, этот торговый центр, его владелец, бывший президент Кабардино-Балкарии. Если я не ошибаюсь, да, Кабардино-Балкария. Бывший, и фамилию называют. Так вот, этот бывший президент Кабардино-Балкарии, видимо, так хорошо заработал на президентских делах, что он понастроил таких торговых центров. Ну, да, и в данном случае ущерб для него, для этого человека, оценивается в 6-7 миллиардов рублей, говорит корреспондент. И дальше корреспондент говорит, это примерно пятая часть состояния этого человека. И, естественно, говорит корреспондент, это существенный урон, значит, вот ему, его капиталу. Слушай, я готов расплакаться. Этот человек потерял 7 миллиардов, а у него еще осталось, сколько получается, 35, а если это пятая часть. 7 миллиардов, 35 осталось. И он бедный. Вот он у него огромные потери. Нет, это понятно, что это потери, но сопоставим президент, бывший президент республики, Кабардино-Балкария, 7 миллиардов сгорело имущество, и еще 35 осталось. Вот, понимаете, у меня в голове не укладывается вот эта вещь. А об этом говорится как о нормальном. Он Forbes, он входил в список. Но почему никого это не интересует из нас? Почему мы, меня-то интересует, но почему мы это терпим? Слушайте, вот это вот, а с одной стороны вранье, а с другой стороны вот этот вот разгул чиновничьего богатства, да? Вот пока мы так живем, слушайте, пока мы так терпим, у нас не будет чувства удовлетворения своей жизнью. А нам надо быть довольными своей жизнью. Мы должны наконец-то понять, что вот все мы должны понять, что мы не плохие люди, что мы не бесталанные люди, что мы не бездельники, что мы не лентяи, что мы можем больше и умеем больше, чем многие европейские народы. Это реально так. Поэтому давайте вот, на этой волне сейчас закончим, на позитивной. Давайте все-таки будем очень требовательно относиться к нашим властям, очень жестко реагировать на любые отклонения от нормы, которые вот отклонение от нормы, когда президент, руководитель Совета Федерации вдруг оказывается там миллиардером, да, там реально. Вот давайте так, немножко сумбурно, и жизнь такая. Вот, так что давайте. Лайкайте, перепощивайте. Мы с вами. Ждите следующего стрима. Да, чуть не забыл. На YouTube наш стрим по культуре, который пока набрал всего там 180 примерно просмотров, но он, правда, часовой с лишним. Те, кто не знает, те, кто не слышал, если им интересно, он получился немножко скучноватым, по первости, да? Вот, во всяком случае, мы говорили о серьезных вещах там. И все, кто интересуется ситуацией в сфере культуры, посмотрите его на YouTube. Ссылка есть в Фейсбуке на страницу Дмитрия Мартышенко. Можете прямо напрямую выходить туда, на Фейсбук, и посмотрите. Можете все не смотреть, можете выбирать какие-то кусочки. Во всяком случае, это будет очень интересно для тех, кто интересуется ситуацией в сфере культуры. Теперь уж точно все. Да, мы с вами.